Где же этот буй-то? Видишь его? Да нет пока. Да, будет обидно, если мы его не найдем. Ой, смотри, вон он, видишь? Да, да, вижу. Так, подплывай. Еще чуть-чуть. Давай, давай, глуши. Все, собирайся, дальше я сам. Угу. Главное успеть, пока море спокойное. Успеем. Успеем. Почти готово. Давай помогу спуститься. Ага. Трос держи в руках. Ага. Дерну три раза, тащи меня наверх. Хорошо. Маску. Держи. Ну что там? Похоже, действительно лодка Кирилла. Мотор привязана. А его в камнях заклинило. Ага. Да еще и в сетях все запутано. Вытащить никак не могу. Черт. Паршиво, что помочь тебе ничем не могу. Да ты все равно не смог бы. Для ныряния навык нужен. Зато ты мне здесь помогаешь наверху. Ну да. Подожди, ты отдохни хотя бы. Я ждать не могу. Нужно все успеть, пока погода нормальная, не испортилась. Ладно. Туда одна не полезешь. И вообще на сегодня хватит. Погода портится. А лодку-то мы не подняли. Завтра достанем. Предлагаю заночевать на берегу. Нам в городе лишний раз светиться не нужно. А завтра с утра со свежими силами все сделаем.
Ты как? Нормально. Ладно, поехали. Давай руку. Спасибо тебе. Даже не знаю, что бы без тебя делал. Взаимно. Без тебя плавать никогда бы не научился.